У меня сразу все послушные собаки, как включается камера. Да, Генри? Пошли. Гуляем тут с Генри. Он ландскейп дизайн. Цветочки привезли. Будут высаживать. Все в том же районе. У меня тут пару собак. Пошли, пошли, Генри. Час. С ним час гуляю. Он уже устал. Он щенок, ему час, я не знаю, тем более такая жара. Гуляет. Конечно, не 12 часов, с 10 я с ним гуляю, да, с 10:30 до 10:30. Так что еще более-менее нормально. Что, Генри? Пошли, пошли, пошли. Пошли, пошли. Пошли. Пошли, пошли. Пошли, пошли, пошли. Все. Пошли. Все. Пошли, пошли, пошли. Пошли. Только что я показывала машину. Это приехали с этого, с детского садика, Dog Daycare, и забирали собак. В детский садик два дога, по-моему, такие большие. Вот. Их там в машине или садят в клетку, или привязывают. Видел зайца. Ну да, и что? Зачем тебе заяц? Генри. Генри. Заяц. Вот. И поехали в детский садик собаки. Кто-то заказывает прогулки просто, кто-то в детский сад собак отдает по-разному. Пошли, малый, пошли. Пошли. Сюда, Мэгги. Air Dust Cleaning. Пошли, Мэгги, уже дождь идет. Угу.
пошли. Красота. Никакой там скидки нет. Что ты думаешь? За тарелку? Нет, тарелочки вон такие. Вот такие, вот такие, да? На природу. 16,49 были. $21. Вкусные чипсики какие-то дают. Ванилин пан чипс. $8. Детей куча. Вот такие чипсы вкусные. Это более натуральные. Цена я не вижу, какая она у них. Плантан чипс. Так, молоко взяли. Такое обычное молоко. Элмонд. Закончилась эта клюква. И тарелки. Банановые какие-то, да? Вкусные. Сразу видно, что натуральные чипсы. Людей, смотрите, сколько вообще, куча. Приехали в воскресенье. Вон всякие сосисочки. Киркланд $10. Можно уже будет на барбекю что-то покупать. Куры стандартно по $5. Арбузы уже, дыни люди берут. Так. Овощи, да? Так, наливают камбучу. Вон, видите, я говорила, что тут 6 штучек, 9,69 сейчас, а так $14. Thank you. Сейчас на улице дождь, такая холодина, что как раз только камбучу пить. Им надо в жару было это наливать. Тоже она подумает, она стоит $14, вот такой там ну объем. Да, $14. Эти сырки под скидку, эти бэби и йогурты $5.99. Самые нормальные йогурты в общем активе, мы так себе подумали. Активия. Активия, кстати. Что, Активия 10.99? Они же были дороже, мне кажется. Нет, так и были. А, пока, а когда скидка, то сколько они стоят? Так. Все, выходим. А, идем уголь смотреть. Ну, смотри, это место притариваться вина. Да. Клубника, ты видел, кстати, какая вообще здоровая? Так, не спрашивайте. Для гостей на природу. Еще яйца взяли. Дима, как всегда, орехи берет. Угу. А почему? Ну, потому что брикеты, они как-то дольше держат, чем уголь, наверное. Мне кажется, что уголь лучше. Нет. $18.49. Было $24.69, эти $25.49. Вон, уголь. Видишь, кто-то разорвал. Вот такой.
Господи. Так, надо заклеить, а то выпадет. А? Что написано на этом? Ты куда, вниз хочешь? А? Набрали всего. Да ложи, что ты тянешь? Не залез. Как не залез? А, так надо было в другую сторону. Все. Выходим. В общем, к пикнику почти готовы. Осталось дождаться. Уже печь отдали даже на дрова. Да, осталось дождаться погоды. Всякие карманы. $40, 60. Вот это, видишь, блюдем, смотри, 63,89. Он еще такой подороже, чем эти Киркланды. Багира бы не против вот такую консерву съесть, слышь? Корма. Целый ряд. Чикен. И водичка. Ну, водичка. На природу хороша и водичка. Все, пошли, выходим. Водичку уже не берем в этот раз. Сейчас макаронцы идут под скидку $12 за 16,29 и дают их пробовать. Макаронцы. В прошлый раз брали вот эту фету. Органик фета. С козичьего молока. Такая, кстати, ничего. Вот цена ее $12. До какого она? Что думаешь, брать? Вот этот сыр. А, подожди, а вот это тоже Ялсберг. 4 О. А что это такое? 6,49 ОП. Хочешь сыр берем? 6,49. Это тоже под скидку тут? Да. А он такой же твердый, и этот твердый, да? Не знаю, подожди, а сколько оно получается? 6,49 ОП. А, это типа 4 они тебе по 2 СЛБ. 4,49 ЛБ, но это в принципе недорого. Ну берем тогда сыр в этот раз. Mm-hmm. Help is on the way. Please hand your membership card for assistance. Так, что мы тут еще взяли? Need to remove the box. Еще орешки. So if you're packing it as an item, you're going to have to do that at the end. Okay? Uh-huh. I only one button, right? Bottle. Попросил коробку не ставить. Не ставь туда коробку. А, 12,79 орешки. Happy Lord. You ready? No line on 12. Step over to 12, folks. One, two, three, four. Everything else is in a cherry, okay? Okay, thank you. Вот бок. Еще яйца. А то все остальное пропикал, да? Аккуратно, чтобы не вылетели.
все, 155. Как раз мангальчик, да. 155.43. Да, мангал отдали маленький. Продукты купили. Ченч. Кстати, в Костко появились салаты по $7. Ну, что такое салат вам? С курицей, с сыром и смузи по $3. А так все стандартно. Все стандартно. Вот, раз. Два. И выбираем pay. 448. Кто-то купил орхидею. А моя орхидея что-то уже все доходит. Си-си. Так, у меня тут новая клиентка, ротвейлер. Гуляю с ней час, с 5 до 6 вечера. Си-си. Си-си. О, смотрите. Смотрите, какая реакция у всех на камеру. Си-си. Ну ты? Ты послушная? Послушная, только все нюхает. Все ей надо понюхать. Тут тоже близко было возле меня, 2 мили. То я согласилась с ней погулять. Еще ей нужно будет покормить. Вот, а и все, и она там в комнате сидит, закрыть ее. Так что, в принципе, все нормально. Тоже прицепила свой поводок, потому что чуть-чуть тянет. Си-си! Си-си, си-си! Это у меня было сегодня 4 собаки, 2 по часу я гуляла, Генри еще этот утром и Мэгги и Гус по полчаса. Так что такое, 4 собаки находилось, уже домой хочу. Си-си, си-си, на, си-си, си-си, си-си. О, ты еще и сидеть умеешь? Да, я не знала. Когда говоришь сыт, то не сидит. А тут еще решила сесть. Так что еще чуть-чуть. Сейчас еще покормить ее нужно. Водички там посмотреть, долить. И все, и пойдет в комнате. Она сидит для гостей. Отдыхает. Отдыхает на диване. Хоть не в клетке, скажи, хоть на диване. Так что почти. Си-си. Ой, да пошли, ты сейчас запачкаешься. А ну иди сюда. Ой, смотрите. Си-си, гоу. Нет, ты сейчас будешь грязная на диване сидеть. Пошли. Си-си. Ты посмотри на нее. Все, иду заводить уже. Час подошел к концу. Пускай идет домой. Погуляла. Yeah, they are. Okay. 21 to call. 21.
Идем в магазин Биннис. Так, мусор. Опа. Магазин Биннис. Джек Дэниелс, $43, 1,75 литра, $140, да? 105, бутылочка. А, это у нас же есть этот чехолчик для вот этого. Ну, а он вообще, посмотри, тоже 135. Угу. 750 миллилитров, да? 135 долларов. Это, наверное, было бисквит, ты сейчас со скидкой. Нет, вот это, по-моему, нет, Роберт. Это, потому что вот это было под скидку, а это было бисквит. Вот это мы брали. Ты... Да, я помню. Да. Вот белая бирка. А это желтая. Ну, там пробка была, нет? Это оно, пошли. $9? Угу. Да, мне что-то кажется, что это вот это от Роберт, нет? А, нет. Хорошо, нет, то нет. Все, больше нам ничего не надо. Никаких почек. 16, 19. Да не, не хочу. $11. Целый отдел. Это виски все, да? Джек Дэниелс, да? $45, $43. Так, вот этот. $40 стоит, слышь, Дим? 1,75 литра, он такие маленькие. Белок брачные игры, наверное. Или они дерутся, я не знаю.